Через 3 года архивы подмосковных ЗАГСов будут доступны для общественного пользования. Согласно закону, доступ к подобным документам открывает только по истечению 100 лет. Подмосковному ведомству век исполнится ровно через 3 года. Но уже сейчас специалисты готовятся к этому событию и переводят записи в электронный вид. Это поможет быстро обмениваться данными с другими госорганами, а также ускорит поиск информации. Горожане смогут воспользоваться этой базой для поиска родных и установления своей родословной. Говоря о своей вотчине, начальник подмосковного управления ЗАГС отметила, что многие традиции берут начало от петровских реформ. Самая популярная – свадьба на праздник «Красная горка». Этот год не стал исключением. Все подмосковные ЗАГСы переведены на усиленный режим работы и будут регистрировать пары даже в воскресенье. На этот год у нас сегодня по предварительной записи более 3000 пар на субботу молодоженов записалось. И, конечно, это будет большой праздник в каждом муниципальном образовании. Каждое территориальное отделение органа ЗАГС готовит праздничную программу.